Всем здравствуйте! Торжество должно было состояться 23 октября, были куплены и наряды, заказан банкет, приглашены гости. Однако Лариса в ЗАГС не явилась, прислав своей подруге СМС, что она улетела и просит разобраться с гостями. Диана Бичарова, подруга Копенкиной, экстренно обзванивала приглашенных, отменила ресторан. Вся подготовка пошла прахом. Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашенных друзей, обзванивать прессу. Просто кошмар. При этом Василий тоже ничего не объясняет. Похоже, для него поступок Лары – настоящий шок, рассказала Диана. Не понимает, что случилось, и дочь Райского Аника. У нее с Ларисой были отличные отношения. Мы готовились к свадьбе, думали, как все успеть, и в один момент этого не стало. Я правда не понимаю, что случилось. Мой телефон звонит каждые 5 минут, но я не знаю, что сказать людям. Ни мой отец, ни Лара не выходят на связь. Я не знаю, где они. Лариса Копенкина развелась с Шаляпиным 6 лет назад. Казалось бы, женщина нашла новое счастье с Райским. Копенкина даже познакомила Прохора и Василия, и подружилась с ныне покойной Татьяной Дэвис. Шаляпин был приглашен на их свадьбу. 59-летняя Лариса Копенкина, экс-супруга 37-летнего российского исполнителя Прохора Шаляпина, сообщила в личном инстаграм-аккаунте о том, что вновь выходит замуж. Бизнесвумен опубликовала в социальной сети снимки, на которых запечатлена на мотоцикле с пиротехникой в руке. Известно, что 20 сентября она и ее возлюбленный Василий Райский были замечены возле столичного ЗАГСа. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.